Антон Сергеевич, ну вы уже некоторое время работаете главой муниципального района Кошкинский. Вот. Не раз мы с вами обсуждали насущные проблемы, с которыми обращаются жители. И ко мне через общественную приемную, через социальные сети. Знаю, что у вас уже сформировалось определенное видение по первоочередным шагам. Вот. По итогам вашего доклада хочу отметить то, что в целом направление правильное. Необходимо делать больше акцент на качестве жизни, качестве воды. Поэтому здесь вот ко мне пришло порядка 30 обращений из низких населенных пунктов. Отсутствие скважин, водопроводные башни, которые не работают. Давайте мы это решение приняли, сейчас его зафиксируем, потому что необходимо будет. Мы здесь как регион подставим плечо, выделим необходимое финансирование. Ремонтировать две водопроводные башни, это Нижняя Быковка и Большая Константиновка. И Большая Константиновка, да. Вот. И две новые скважины необходимо сделать. Это Шпаковка и Новая Жизнь. Значит, работы отчасти за проектирование, отчасти нет. Поэтому смотрите, что можно успеть сделать в этот сезон. Если так работу правильным образом построить, можно успеть и в этом. Если не получается, то ну, так, лучше не уходить в критичные работы и сделать в следующем сезоне уже качественно. Также говорили с вами по дороге. Да. Там посмотрели, у вас в сумме порядка 11 километров дорог требуют замены покрытия. Мы сейчас тоже с председателем правительства обсудили, решение это приняли. Мы дополнительно выделяем 50 миллионов на дороги в Кошкинском районе. Здесь тоже нужно посмотреть, там, где уже есть проект, где подрядные организации готовы выйти, вы успеете правильно организовать работу. Выходим сейчас, осенью, там, где необходимо допроектироваться, чуть более лучше подготовиться, сделаем в следующем. Ну, вот 11 километров дорог нужно обновить асфальтное покрытие с тем, чтобы у людей была возможность нормально на своих личных автомобилях, на общественном транспорте перемещаться. Это далеко не полный перечень того, что мы с вами запланировали сделать. Я планирую в Кошкинском районе в октябре провести такую большую двухдневную сессию правительства. Мы сделаем выездное заседание правительства Самарской области в Кошкинском районе. Каждый из министров там два дня поработает вместе с профильными коллегами, посмотрит на месте. Будем к этому активно готовиться. Но уже сейчас вопросы подготовки к отопительному сезону, к 1 сентября, вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов критичных, держите на личном контроле и регулярно по необходимости докладывать. Хорошо, есть, принял.